Базы для этого не было. Вот. И мы этого очень хотели.
Но мы до конца не знали, состоится это или нет, удастся ли нам это все-таки сделать в этом году или нет. Но как-то так сошли звезды, видимо, желание было настолько далеко. И наше слово, оно было для нас как-то ценно и дорого, чтобы удержать. Нашлись люди, нашлись партнеры Свободы, которые, с помощью которых мы смогли сюда приехать, привезли сюда наших коллег. У нас здесь делегация насчитывает порядка 14 человек, все прилетают в разное время. Вот сегодня мы встретили, завтра прилетают еще 5 человек музыкантов, которые будут участвовать все на концерте. И мы очень рады, что нам удалось это сделать и более того, захватить, по-моему, Барнаул еще 3 города. Конечно, у нас были амбиции более широкие, но, к сожалению, опять же, финансовая ситуация нам не позволила захватить еще 3 города Алтайского края. Мы надеемся, что по прошествии какого-то времени у нас появится такая возможность. И поэтому у нас в гастрольном туре остался Барнаул, естественно, Брест-Литовск, само собой, зато Сибирский и Новоалтайск. Привезли мы очень разные проекты на вкус и цвет, что называется. Классики было такого эстетского модерна, детские спектакли, естественно, поскольку все-таки фонд практически 50 разных проектов посвящено детям, детскому творчеству, театральному и кинотворчеству. Это очень развивается все больше и больше. Вот. И, соответственно, показ фильма, который тоже благотворительно с ним проводится. Вот, а показы в Быстром Истоке тоже в том числе это благотворительная акция. То есть там это все на безвозмездной основе проводится в течение 2 дней, в таком достаточно плотном графике показов. Мы надеемся, что как-то все-таки после нашей поездки о деятельности фонда люди узнают, что это не просто что-то там такое происходит в Москве, да, а действительно вот какие-то дела делаются такие очень достойные. Надеемся еще в большем масштабе в ближайшее время. Спасибо. Можно я скажу пару слов? Действительно, у нас в крае очень много делается для увеличения памяти Валерия Сергеевича Золотухина. И, как сказала Елена Викторовна, мы не только с профессиональной точки зрения дружим, но и с человеческой точки. И именно благодаря вот этим качествам у нас, наверное, получаются какие-то и совместные проекты, и отдельно, да, все мы как-то вместе. И очень, конечно, здорово, что Дни культурного фонда, конечно же, начинаются в городе Барнауле, продолжаются в Быстром Истоке. И 30 июня, извините, 30 марта, в день памяти Валерия Сергеевича, у нас пройдет вечер, посвященный Валерию Сергеевичу, где примут участие, конечно же, Ирина, Анна, замечательный наш Валерий Николаевич, Любинина, и актеры молодежного театра Алтая, и наши ребятишки, школа-студия театра. Когда вы приезжали на второй фестиваль детский, да, когда вот мы встретились и проговорили, что такая идея замечательная возникла у фонда, провести вот эти мероприятия, и у нас как раз только родилась наша студия детская, где мы тоже могли приехать и поучаствовать в вашем проекте. Поэтому вот такая дружба, она сближает, и она дает надежду, что дальше будет хорошее продолжение, самое главное, с чего-то начинать. И мы так вместе сообщаем, тоже мы работаем. Да. Я хотела немножко пару слов добавить о том, что это важный момент, на мой взгляд, что в этот раз мы пригласили как раз на гала-концерт, который состоится в вечер памяти Ивана Сергеевича. Мы пригласили ребят, которые у нас получили премию на фестивале. Вот. К сожалению, к нам не смогли приехать наши обладатели гран-при, поскольку у них сейчас детские каникулы, и ребята уехали в лагерь. Вот. Но, тем не менее, приедет коллектив «Заваленка» из Топчихи, которые тоже получили приз от фонда, и будут участвовать вместе с нами в концерте. Ну и, соответственно, наши ближайшие планы каким-то образом так все сделать, чтобы этих ребят, победителей, потом в итоге привезти в Москву. То есть там так постепенно, из Топчихи в Барнаул, с Барнаула в Москву, и там. И в том числе на гала-концерте будут, Елена Владимировна сказала, будут участвовать детки из студии. Наши, есть название студии? Да, школа-студия, да. Вот, школа-студия, да. Мы, нам очень хотелось показать именно вот такую связь, вот, да, вот это творчество,
чтобы как-то все равно мы объединяет нас, да, вот одно дело и фамилия все-таки человек, который, ну, именем которого назван театр, его именем названы два фестиваля. И мы хотели вот объединить именно наше творчество с тем, что происходит здесь, поэтому вот в детских номерах и с Топчихой мы как бы решили это через Ваньку делать, просим туда Ваньку, чтобы он участвовал в номерах вместе с ребятами с Алтая. Поэтому нам кажется, что будет очень здорово, интересно, тем более, что он после фестиваля, у него появились друзья, они переписывались в Фейсбуке, мы когда связывались вот с Топчихой, говорили, значит, мы придумали такой номер, давайте вместе его сделаем. Ну, на что нам руководитель группы говорит, а, Ванька там переписывается с моим сыном, вы пусть он ему фотографу-то вышлет. То есть это так здорово, на самом деле. Это продолжение, действительно. А правильно ли до меня дошли слухи, что нашему директору музея, филиал которого в Быстром Истоке, тоже что-то его ждет, какие-то сюрпризы? Да, большие сюрпризы. Он долго просил, но на самом деле и наша команда это хотела, но все время как-то, ну, какие-то первые годы, на самом деле, мне как-то было, может быть, не знаю, там, не то чтобы трудно расставаться, но как это было вот какое-то ощущение, как, ну, не знаю. Должно быть ощущение, да. А в этот раз мы привезли кое-какие личные вещи Валерия Сергеевича и передадим их в музей. Потому что там в последний раз, когда были и смотрели это видео, где стоит манекен с костюмом Валерия Сергеевича. На самом деле я этот костюм на нем даже не помню. Вот. А и интервью он дает вот в том виде, в котором, наверное, все его запомнили, вот в этой куртке с тростью, в шапке. И вот у меня просто, я тогда помню, что у меня возникла вот эта мысль, если здесь стоял точно такой же манекен. И вот это совпадение с видео, то это было бы как-то правильно. И даже Ваня мне сказал, что мама, да, надо эти вещи отдать в музей. Потому что вот первый год он говорил, не отдавай палку, она моя. Не хотела расставаться с этой палочкой, а это не на пару. И сейчас он мне сказал, что надо отдать в музей, пусть будет в музее. Он же там сам был, он все видел, там один долго ходил. Ну, главное, что Алтай тоже не останется без подарка. Да не только музей. Сейчас за родителей здоровых конкуренция. Мы думали об этом. Конкуренция должна быть. Но мы в конце концов мы решили, что театр с музеем все равно. С музеем сговориться. Если музей уже решит, театр решит, что пусть будет музей, то театр тоже может передать. Ну, я бы хотела, естественно, передать сейчас слово нашим заслуженным артистам Валерию Николаевичу Чернявину, потому что не зря дни начинаются, открываются этим спектаклем для Высоцкий Владимир. Буду поставить Валерию Сергеевичу золотую медаль. А вот говорить-то нам практически нечего. Мы уже второй раз выступаем с этим спектаклем. Я надеюсь, что все уже здесь, кто снимает, записывает, были. А если не будет приходить, то не пожалеем. Мне еще кажется, что добрая традиция в том, что сохранять что-то старое, что было создано при Валерии Сергеевиче, в чем вот чувствуется его рука, его участие сердечное. И поэтому нам этот спектакль безмерно дорог, и мы его всегда играем таким особым подъемом, волнением. Так, в общем-то, все, когда мы выходим на сцену. Но я хочу сказать, что вот когда мы вошли в кабинет директора, мы просто, вот я увидела Валерия Сергеевича, он действительно вот сидит как живой, смотрит на нас. И вообще, когда мы только вышли из машины перед театром, мне хотелось вот поздороваться. Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Это замечательно, что его дух здесь живет, и что вот то, что делают Ирина, Анна, это великое дело, потому что рано ушел из этой жизни, нам его очень не хватает. И самое лучшее, наверное, его продолжение – это творчество. Поэтому в добрый путь, ветра под всеми парусами, под всеми проектами вам очень всего хорошего, доброжелательным, зале зрительным, среди тех, кто может помочь, кто может подставить плечо. Вот наше плечо с Валерием Николаевичем всегда, всегда рядом с вами. Thank you.
здесь жил и творил, и потом приезжал сюда, она вот не придет, что будет, будет продолжать. Ну, как мама, как считаете? Я думаю, что сейчас у него это присутствует, спорно, но на таком детском уровне еще, немножко таком хулиганском залабе, потому что он мальчишка озорной у нас такой и веселый. И когда, ну, конечно, он это все понимает и знает, но я сейчас так... Когда его мы зовем на какие-то очередные мероприятия, это какое-то интервью в Москве или что-то, он говорит, опять будут говорить, как ты похож на папу, как ты вырос, Ваня, зачем я вам там муж? То есть он в том смысле, что он, конечно, ну, он прекрасно это все понимает и живет просто с ощущением с этим, потому что, ну, тут уже никуда ему не деться, как говорится, вот, но я думаю, что вот то, о чем вы спрашиваете, наверное, это еще не пришел тот момент, он такого осмысленного осознания, да, что вот продолжение, что какие-то, я не знаю, в этом смысле, ну, я не пытаюсь его загружать, ребенка загружать какой-то мыслью о том, что он чем-то обязан, что он что-то должен сейчас делать. Нет, у него это естественно как-то происходит, мне кажется, что сейчас этого достаточно. А уже когда он вырастет, он будет сам понимать, должен делать и так далее. А вот вы, человек, очень близкий Владимиру Сергеевичу, вот, производите впечатление абсолютно нашего, так сказать, жительницы, аборигенши даже, наверное, уже. А вы для себя как вот сейчас позиционируете? Кем больше? Сложно ли вот это? Все-таки Москва – это одна вещь, да? Алтайский край совершенно другая. Вы себя кем больше позиционируете, ощущаете сейчас? Я, на самом деле, вот сегодня утром уже было одно интервью, мне похожий вопрос задали. Дело в том, что я родилась в Алма-Ате, но, к сожалению, мне очень редко доводится там бывать. И когда я впервые приехала на Алтай, это еще было, ну, лет, не знаю, сколько, 20 назад, наверное, да, я почувствовала, насколько здесь все похоже, да, на мою родину. Это и запахи, это вкус продуктов, это природа, климат, настолько все похоже, что у меня все время было ощущение, что я приезжаю к себе домой. Поэтому мне комфортно очень всегда на Алтае, я действительно, ну, поскольку часто приезжаю, да, то я чувствую себя как-то очень хорошо, как дома. Ну, сказать, что, как вот вы говорите, абориген прям, ну, наверное, нет, потому что все равно я ощущаю разницу. Москвой, жили в Москве и между тем, как это происходит здесь. А вот ваш проект, это такой многопрофильный, да? Вы говорите, что там есть концерты, там есть спектакли, какие-то показы какие-то. Но вот в этот немножко заранее шпионили, вы поступали на журфак, даже пробовали там учиться. А нет, не хочется там готовить этот проект еще какими-то пистолярными вещами, может быть, там, я не знаю, писать. Абсолютно используется в данном случае ее способности писательские. Да, сценарий фактически. Ну, на самом деле, я год проучилась на журфаке до того, как поступила в театр. Ну, и это просто, ну, очень пригождается всегда. Потому что много приходится это действительно участвовать просто, не совсем может быть журналистская такая деятельность, но сценарий. Но мне легко всегда давали сочинения, вот, литература. Была к этому склонность. Но что-то, понимаете, всего не успеешь. Вот заняться исключительно там литературным каким-то творчеством. Нет, я пока на данный момент не чувствую в этом какой-то вот потребности. А еще уточните, вам персонально какое имя? Алиса Цвайндрайка. И, кстати говоря, вот мы уже пришли к соглашению, это такой маленький анонс с Международным союзом немецкой культуры. Вторая часть фильма «Алиса Цвайндрайка» будет сниматься на Алтае. Это была наша мечта, и пока у нас это все получается. И, в общем, в ноябре, после третьего детского фестиваля, начнутся съемки третьей части. Второй части. Что такое холодильник-то выбрали? Что такое холодильник-то выбрали? Потому что у нас должна быть история, нам нужен снег, нужна баня, нужна
такая экзотика алтайская, сибирская. Да, мы знаем, что мы столкнемся с нелегким условием существования, а уж тем более съемочными условиями, мы к этому готовы, мы хотим вот этой экзотики ощутить. Я думаю, что согреется с малыми сибирскими. Да. А вот этнические корни, они как-то помогают в сложное геополитическое, прежде всего, время вот, налаживать вот эти вот мостики, допустим, с немецкими партнерами? Ну, с немецкими партнерами, на самом деле, только там все очень просто и прозаично. МСНК – организация, которая как бы, ну, любое расходование средств должно быть оправдано. Если в мероприятии участвуют российские немцы, то это правда. И на самом деле они очень трепетно относятся к своим людям, они по интернету выискивают фамилии, узнают родословные, связываются с ними, чтобы привлечь к своему движению, к своему управлению. Поэтому, ну, я уже давно принимала участие во многих мероприятиях МСНК, и вот последние годы как-то особенно сотрудничаем, в частности, вот, спектакль, который будет показан, «Любовь», он создан вместе с Международным союзом немецкой культуры, премьера его состоялась в Берлине, фильм снимали в Германии, первую часть «Айнцвайдера», и продолжение вместе с ними тоже снимали. Поэтому, конечно, прежде всего, ну, как, с немецкой стороны интерес вызвали наши немецкие фамилии. Ну и возникло сотрудничество. Это только прежде всего, потому что в дальнейшем, если ты предлагаешь проект, этот проект имеет под собой какую-то перспективу, основу, да, но все-таки, ну, я не буду опять же про вас говорить, но тем не менее, если он все-таки ну, как-то талантлив, да, интересен кому-то и так далее, то они готовы вкладываться, они готовы поддерживать. Вот в этом смысле с немцами работать, конечно, очень удобно, потому что у них все как-то очень легко в этом смысле происходит. Встретили платежки, а дальше вы сами. Ну, грубо говоря, да. То есть мы предложили, они поддержали, и дальше все понеслось как-то по накатанной. То есть никаких сложностей в этом не было. Но опять же, немецкая вот эта вот педантичность страшная, она в данном случае очень помогает в работе, потому что все, например, страшные зануды, иногда даже друг друга изводят в проектах для того, чтобы довести до какого-то уровня вот какие-то вещи, прям вот до таких вот споров. Потому что немецкая кровь, в этом смысле, она, конечно, ну, может быть, немножко мешает, а в большинстве случаев все-таки помогает. Ну и немцы абсолютно такие же. Вы со своим проектом очень вовремя появились, как некое такое геологическое сообщество на абсолютной пустоте. И в какой-то момент времени две великих страны потеряли, мне кажется, вот чувство общности, надграничных, надполитичных идей и идеологии. И вот тут появились и стали неким агрегатом, неким таким объединяющим звеном. А послом мира, как с послом мира, как ты себя ощущаешь? Мы точно с тебя послами мира не ощущаем. Даже не знаю, почему-то так и есть. Не, ну если так странно воспринимается, это здорово, но как бы так вот прям... Не было у нас таких мыслей, таких... Мы просто делали дело, и что-то там получилось, и прекрасно, замечательно, если будет дальше так, не дай бог. Такой прям миссии, не миссии. На самом деле, мы, скажем так, открыли театральное направление среди российских немцев, потому что у них с этим было все очень, ну, как были какие-то отдельные концерты, но что-то вот на уровне как, театральных постановок, они сами же говорят, что и хотят дальше развивать это, что это вот было впервые создать такой спектакль, который бы смог объединить русскую составляющую немецкую, и чтобы это было интересно. Мы, на самом деле, когда мы работали над спектаклем «Лимон», мы думали, что это такой узконаправленный спектакль, что связан будет именно с творчеством российских немцев. Но когда мы стали играть спектакль на обычного зрителя в Москве, который совершенно не понимает ни слова немецкий, то оказалось, что это и не мы, поскольку мы читаем на русском, и песни, взятые из репертуара Гитлера, Царя Яна, это львы 30-40-х, и получилась настолько цельная такая законченная композиция, что, в принципе, даже не потребовалось никаких вот песен. У нас была мысль, может быть, для русского зрителя перевести песни, но сами люди сказали, да вы что, нет, ни в коем случае. Немецкий язык, оказывается, так звучит, это, оказывается, так интересно, переносишься
в другую какую-то страну, эпоху, культуру. И в результате вот ежегодный играем спектакль, очень успешно. Независимо от того, есть в зале люди, понимающие немецкий. То есть не понадобилось перевода ни вербального, ни идеологического, да? Ну, есть люди, которые спрашивают, почему вы не делаете перевод. Есть такие, которые зрители сидят, мы принимаем весело. Нам бы хотелось там программки видеть или там подстрочить. Лучше говорить, а зачем? А есть люди, которые говорят, ну, не нужно, все понятно, так, поэтому есть вот эти, да, симбиоза. Ну, возможность тоже посмотреть, да, но спросить надо. Мнения разные, в общем, как и в любом спектакле, поэтому... Ну, опять же, я хочу сказать, что мы не хотим акцентировать очень сильно, делать акцент на то, что вот немцы, там, немцы, да. Ну, просто так сложилось, что вот у нас интересные проекты получились с международной связью немецкой культуры, но при этом мы не, как бы, не зацикливаемся на этом абсолютно. Да, ну, есть вот часть крови такой, ну, прекрасно. Вот когда-то точно так же начинался всероссийский вот фестиваль «Шукшина», да, вот таких небольших проектов. Если мы небольших площадок, все 40 лишних лет назад, теперь обязательно, наверное, уже даже не то, что Алтай, а Сирию возможно представить без шукшинских дней на Алтае. А вы думали когда-нибудь о том, что в Золотухе произойдет то же самое, и это будет народным фестивалем, народным проектом, который будет уже на жизнь, отдельно от вас жизни? Отдельно от нас не надо. Вы этого пока не представляете. На самом деле все, что знаете, я вот как бы заметила, что все, что в жизни вот, правильно получается, когда правильно в смысле, когда человек делает свое дело, когда встречаются на пути люди, которые готовы помогать, которые идут в том же направлении, то вот подобное развитие, оно неизбежно. Творчество всегда развивается. Вот сегодня тоже у меня спрашивали в интервью, если встречается, ну, кстати, задали вопрос по поводу фестиваля, что вот есть идея сделать его всероссийским, и то, что Александр Богданович говорил о том, что с помощью Москвы и Калягина, возможно, это, ну, как-то сложно это сделать. На самом деле, что в этом смысле нет никаких преград и препятствий, когда вот мы задумали эти дни, мы не знали, сможем ли сможем, получится, не получится. Но мы шли этой дорогой. И мы понимали, что мы идем правильной дорогой, и у нас все получилось. Поэтому если есть люди, которые этого хотят, которые этим болеют, то, мне кажется, тут точки ставить не надо, и это может вырасти да, даже до международного масштаба. Могут приезжать, ну, все, в общем, все в наших руках. Все зависит от того. Но амбиции открыть региональные представительства фонда у нас есть. Да. Есть. Ну, от ваших слов веет таким неким фирменным золотухинским спокойствием. Как он однажды в одном из своих интервью сказал, делай, что должен, и будет, что будет. То есть есть дорога, идешь и не задаешь себе вопросы. Вот. Хорошо, я что-то так сразу не увидела. Ну, вы это себя узнали сегодня. Надо нам это запомнить. Ну, сразу известно. Я не имею очень возможно сказать, не помню, что было. Ну, это его, да, это его идеология. Всегда же надо идти свои пути. Все получится. Все, вопросы, да. Спасибо. Спасибо большое. Можно еще вопрос от фонда Евдокимова? Ну, не совсем от фонда, скорее от сайта Евдокимова. Как вы ожидаете, будет какая-то связь между именем Евдокимова и Золотухина? Что вы планируете каким-то образом объединить это, эти бренды, что ли, с Алтаем или нет? Есть какие-то мысли на этот счет? Ну, я не могу вот, конкретных каких-то, да, вот сейчас назвать каких-то, может быть, там, проектов, которые бы способствовали этому. Ну, связь, она для нас вот, в личном смысле присутствует, потому что, ну, во-первых, Михаил Сергеевич был крестным сыном, крестным отцом моего сына. Поэтому, естественно, что как бы, мы лично так в семье да, эту связь ощущаем. И вполне возможно, я говорю опять же, что просто на данный момент, пока вот наши какие-то идеи и направления да, в эту сторону пока еще не изобрели, но вполне возможно, что это и возникнет.
Но дело в том, что Галина Николаевна с супругой Михаила Сергеевича Евдокимова должна быть здесь уже 30 числа. Я хотела побывать на вечере. Я надеюсь, вы встретитесь? Конечно. Ладно, спасибо вам.